Christmas with моя семья. Присутствуют друзья моей семьи. И присутствуют мои друзья. Спасибо вам большое, что пришли. А следующую песню я спою... Это на самом деле первая песня, с которой я начала свою сольную карьеру. И хотела бы сейчас сказать спасибо Борису Ренскому, который, в принципе, вот сейчас здесь в зале находится. И благодаря ему, собственно, я сейчас стою на этой сцене. Он меня подвиг на это действо. Okay. Вот, и, собственно, never forget you. Спасибо.